В Орловской области продолжается отбор граждан на военную службу по контракту. В настоящее время в пункте отбора работают представители подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов Московского военного округа. В настоящий момент представители данных подразделений проводят собеседование прямо на пункте отбора по нашему адресу: улица Октябрьская, дом 30. Все желающие могут подойти по указанному адресу, пройти собеседование, получить документ, рекомендацию по назначению на данную должность и также заключить контракт о прохождении военной службы и убыть воинскую часть. Чувство долга, любовь к родине, обладание особыми профессиональными качествами и, конечно, непосредственная помощь родным и близким. Это то, что мотивирует мужчин сделать выбор в пользу контрактной службы. У меня много друзей, кто там находится. И вы не смогли остаться в стране, да? Ну, к ним на подмогу.